Вас приветствует компания Kinexip. Эта инструкция описывает, как наложить кинезиотейп на область плечевого сустава. Вам понадобится тейп длиной 20-25 см. Шаг первый. Подготовьте тейп. Необходимо сложить его пополам и разрезать рабочую поверхность на 5 частей. Шаг второй. Тейп клеится без натяжения. Сперва наклейте на плечевой сустав центральную полоску, затем наклейте остальные на расстоянии 1 сантиметра друг от друга. Якоря фиксируются в последнюю очередь. Спасибо, что выбрали кинезиотейпы Kinexip.